Всем привет! Меня зовут Шон. Рекомендую канал Шон Today. Вы узнаете много об интересных людях и их проектах. Есть разные проекты. Например, давай общаться на жестовом языке. Шон умеет общаться на языке жестов и еще имеет много других интересов. Ссылка на каналы Шона в описании. А кто это здесь? Кто знает, как сбросить настройки зеркала до заводских. Раньше все нормально отображалось. А сейчас там какой-то алкаш. Я за свои слова всегда отвечаю, сказал Петруха. Да-да, мы уже привыкли, согласились врачи травматического отделения. А Петруха, я не стала на права. А что завалило, теорию, практику? Ну, инспектора, дерево и двух бомжей. Дед подкаблучник схватился за сердце. Но строгий взгляд жены заставил прожить его еще 25 лет. Дочка спрашивает у матери. Мама, а Вовушка сказал, что я хорошая. Можно он к нам в гости придет? Мать говорит. Не надо. Пускай продолжает думать так. Купил дуршлаг. Но фраза, записанная в инструкции, заставила меня задуматься надолго. Без воды... На огонь не ставить. Объявление. Желающим изучить английский язык у опытного преподавателя уступлю место в 8-м Б. Разгрызая замерзшие пельмени, Петруха понял, с ленью надо что-то делать. Две подруги обсуждают парня. Одна говорит, этот нахал вчера весь вечер ко мне приставал. Вторая говорит, да, действительно, нахал. К тебе приставал, а ко мне нет. А ты что с курорта такой белый приехал? В гостинице Wi-Fi был, а на пляже не было. Познакомился с девушкой по интернету и написал ей все как есть, что я маленький, толстый, лысый, и у меня есть Lexus и дача в Подмосковье. Она мне ответила, ну, главное не внешность, а душа. Когда слышу фразу «любят не за внешность, а за характер», меня это вообще не успокаивает, потому что характер у меня еще хуже. Этот удивительный и волнующий момент, когда ты, наконец, решаешь ответить после 26 вызовов, пропущенных от жены. А ты почему не женишься? Да вот, никак не могу найти себе пару. Так женись на одной. Мой сын электрик. И он вчера вечером что-то паял возле холодильника. И когда ночью я прошел к своему белому другу и открыл дверь, на весь дом загремела музыка. Эй, толстый! В одном городе была стоянка. Платная. Там определенный прибор бросали монету и выскакивал билет с указанием, до скольки можно стоять. И этот билет ложили на переднюю панель, чтобы было видно из окна, до какого времени стоять. Регулярно, примерно через полчаса, приходили проверяющие, и если лимит превышен, закрывали замок на колесах, чтобы человек не смог уехать. И вот однажды по местному телевидению показали мужика, который спокойно открыл этот замок и хотел уехать. Сначала думали взломщик, но оказывается этот мужик купил свой замок, сам запирал, бесплатно парковался и ходил по своим делам. Со мной начальница уже неделю не здоровается, потому что в ВКонтакте в графе «Место работы» я написал «Корпорация монстров». Испеки-ка мне, бабулька, колобок. Это не работает, муки нету. А ты по сусекам поскреби. Скребла, муки там тоже нету. По амбарам помети. Подметала, тоже нету. А ты клавиатуры вытряхивала. Если вы не можете дома найти ребенка, отключите Wi-Fi. И он сам найдет вас в течение минуты. Скайп и социальные сети напоминают нам
о днях рождения наших контактов. Осталось только сделать приложение, которое поздравляет от нашего имени, и все. В социальные сети можно не выходить. Подписываемся, кликаем на колокольчик.